Теперь серьезно. Три. Подвинул меня. Четвертый. Вот это все камни.
Представляешь? Ну, может, я тебе потерял. Ни одного запаса не было. Я просто сам себе знаю. Я легко в такой ситуации могу кинуть 3-3. Точно. Поверь, я кинул 3-3. Зачем тебе 3-3? Понимаешь? Я знал, что кину 3-3. Я тогда бы кинул 3-3, отсюда бы я все ушел. Тогда, когда тебе надо эти 3-3, ты же их тогда кинул, правильно? А я так на секундами не могу управлять будущим, понимаешь? Ну, правильно. Поэтому я подстраховался чуть-чуть. Будем считать, что... Вот ты этот код не взял, сейчас сколько сейчас ты уже отстарел. Почему? Я сейчас шестерки кинул. Ну, зачем? Дело не в этих шестерках. Вот ты уже туда бы не встал бы, понимаешь? Ну, ну и что? Сейчас ты 2 штуки заходили. Немножко.
Да. По чем кэш у вас? Тут все стандартно. Скидок. Понял. Ну, у них может быть что-нибудь наверное, не знаю. Я с Ванькой давно не играл уже, блин. Вот. Думаю, он боится, боится. Правильно боишься. Столика сегодня нет, а свет отлегло, как бы. Но Ванька его заместитель. Ну как заместитель? Они вместе с ним. Друзья. Одного уровня игроки. Не, только намного лучше. А кстати, вот смотрите, что-то. Да, открыл. Да, не то я жду.
Болезненный. Что ты делаешь? 3-0. Пользук. Случайно, Гай, случайно совершенно. Ну ладно, я там сижу. Я вообще вот это, да? Нет, еще играешь. Зачем так бы закрыл мне? Второго, если сайта попадешь, кого играешь сразу? Даже можно сугиваться. Как заявишь, шип, так и сыграем. Не, у меня кушит просто реально такой. Хватит брать. Вот, хватит. Не, реально шестые. Все, даже не хотел слушать. Не надо. Вот, Мишка, шиди, сосед, лепи, блядь. Он не лепит. Он не слышит. Горбатов. Он еще может быть поверить тебе. Он случайно говорит. Все, отстань. Дураков нет. А ты на тебе сидишь. Чтобы сказать это, что мы дураков не хватит. Вот знаете, вот того точно. Это да. Знаешь, какая красота. Никто тебе не верит. И хоть что бы рассказывали, никто тебе не верит. Раз, еще хуже. Какие недоверчивые. Два, три. Людям надо верить. Еще правильно. Но мы тебе не поверим. Это 6. Это 4. Чего, да, так? А как ты узнал, он уже больше? Да, искал в интернете, где поиграть. Когда жены, друзья, обсадили, категорически запрещают со мной встречаться. Да ты что? Дуришь, что ли? Поиграть, я вижу. Я должен
хорошо. А, Ванька вообще топ, хорош парень. Я никогда не видел. Че ты ржешь тогда, Ванька? А что? Ты к чему? Все мы три. Москвичи обычно к концу года приезжают. Все мы когда-нибудь кого-нибудь наем. Где-то где? Я имею в виду в этом. Здесь. Срочно. В принципе, если меч хороший бросит, то за манок какой-нибудь народом только потерять. Да, ну. На выходные что-то не прилететь. Ну да, ну да. Я думаю об этом. Вам где-то или здесь? Это его сайт. Мне поможет стерки нам. Он говорит.
я начал играть, потому что я на москвиче, а ты же законодатель играешь. Я говорю, а кого надо? Ну, то есть в его клубе был нравится крайне непонятно, где он лежит, типа, если что, выиграл, там я тебя сразу. Это их не сайт, это не белый сайт, вот в чем дело. Там такие же сидят. Я не вижу, как москвичей, но это надо в телефоне очень мил, в этот сайт бинуть, там на телефон. И все так же, наверное, на разную сумму играть. Потом время перешло. Не, понятно. Я говорю, в машине бы нравилось, на работе хоп, там время. Никуда не надо, туда же телефон зашел. Сидел там, то 100 рублей, то 50 рублей, то 2 рубля ставят. Да. По 10 рублей. Ну, вообще, от балды какой-то. Есть покупнику, там какой-то лектор заходит, да, какого-то клуба называют, они по 9 косарей ставят. Ну, кто на что способный. Ну они не на одну партию, там, а до 11 очков с кубок. Там, грубо говоря, если на, ты... На турнир, на матч. Да, на матч. То есть, нет, конечно, можно все там выиграть, там, пожалуйста, вбивать там, уже, блядь, в секунду. Потом будет все Слушай, ну я тогда так как там все нахуй. Ну, там, Wi-Fi. Ну, тогда я просто боюсь, молчать не стоит. А вдруг электричество и вообще все погасло. Нет, это да. Перефразирую, тут кого-то услышал. Кого-то боятся в лес не ходить. Любому боятся в рот не давать. Ну, каждый месяц они поддерживают эту турнир, можно попасть. Ну да. Благодаря там финалисты попадают, это турнир для Москвы, они делают, и там плюс 10% на показатель. Пожалуйста. Я вот уже в длинные попал, а в короткие, блин, не могу там клещи. Слушай, по 7 человек собирают. Короткий играешь? Нет, короткий играешь. А в короткий не могу, мне в лане попасть в короткий. Меня все куб подмывает, да, блядь. Интересно, да, все игры неплохие.
что не похож на Дина. А бросок? Бросок-то тот же? Да. Не-не, бросок.